Сегодня на Гомельщине распачался 15-й международный фестиваль «Славянские литературные дожинки» и 4-й международный форум молодых литераторов и аматоров мастацкой творчести «Слово». Первый день свята прошел у Гомеле. Завтра его удельники накируются у Житковицкий район на родиму славутого полесского осветника Кирилы Туровского. С удельниками фесту встретились наши корреспонденты. Организатор свята – Гомельское областное объединение Союза письменников Беларуси. Неглядячи на односную молодость организации, она была створена в 2005 году, с подпера письменников гомельчан вышло уже свыше 550 книг. Причем шмат, какие творы были не только признаны громадскостью, але и отримали высокую отзнаку, как у Беларуси, так и за ее межами. В умовах, коли при наявности грошей можно без проблем надруковать любый рукопис, у областной организации письменников якости творов надается особливая увага. Письменник, по-перше, быть повинен профессиональный, а это дается не просто. Талент – это серьезная праца, и это взаимозвязано. Без таленту и напруженной працы над словом, напруженной працы, не отбудется ниякая книга. И она не закранет сердце ни читача, и, по сутности, она останется поза бортом литературы. За час існавання Гомельское областное объединение Союза письменников Беларуси провело 95 литературных конкурсов. У рамках подрыхтовки до сёлетних литературных дожинок на Гомельщине провели творчий конкурс, на який было дослано больше, як 2300 работ, якія членам журы необходимо было не только прочитать, але и объективно оценить. Подчас майстер-классов для финалистов форума молодых литераторов иде подробязный разбор творов. Убачить незвычайное у звычайным гэта отрымливается далеко не у кожного. Научить каб стаць паэтам немагчыма. Немагчыма. Рыфмаваць навучыць можна, але зарыфмаваны тэкст і паэзія – гэта розныя рэчы. Вершапісцаў шмат, а паэтаў маловато. Творчая сустрэча пісьменнікаў Беларусі, Расіі і Украіны з выкладчыкамі і студэнтамі Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны. Яшчэ адно мерапрыемства, якое праходзіць у рамках 15-га міжнароднага фестывалю «Славянскія літаратурныя дажынкі». Размова аб будучыні славянскай літаратуры і нечаканая прапанова аб увекавечванні ў Гомелі памяці знакамітага беларускага пісьменніка Янкі Маўра і яго сына Фёдара Фёдарова, заснавальніка школы беларускай фізікі. У сваім родзе агульны помнік фізікам і лірыкам. Ідэя в том, чтобы в Гомеле открыць памятны знак, или, а лучше еще бюст или памятник перед корпусом физическим этому выдающемуся ученому. Учитывая, что исполняется также 50 лет со дня смерти его отца, детского писателя Янки Маўра, там, где располагается кафедра белорусской литературы, поставить памятник и его отцу. Сярод удельников сёлетних литературных дожинок – письменники из России и Украины. С уликом эпидемичной ситуации организовать встречу с уделом представников инших краин было непросто, але урэшце все отрымалось. Причем те же россияне приехали не только, каб рассказать об своих творчих досягнениях и поделиться напрацовками, але и подписать новые договоры об супрацовництве. Мы реализовали очень многие проекты. И самое главное, вырос интерес к белорусской литературе, к белорусским авторам у нас в регионе. Ну и надеюсь, что в Беларуси тоже известны какие-то имена. И наши совместно изданные сборники, они реализуются и в Гомеле, и в Краснодарском крае. У якости оценки зробленного – уручение письменникам и поэтам узнагород. Памятные медали – имя Манефы Гомельской от Гомельской епархии и имя Кирилы Туровского от Союза письменников Беларуси. И, бадай, самая головная премия, затверженная у 2013 ходе Гомельским облвыканкамом. И она так само носит имя Кирилы Туровского. За минулый час ей отрымали уже больше, як 40 литераторов. Уважаемые удельники фестиваля, со святом! Счастья, здоровья, мира, добра, новых творческих успехов! Ведайте, что на этой земле вас завсёды чекают ваши сябры. Алексей Цуров, Александр Лупиненко, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».